13 мая 2018 год, Харьков. Привокзальная площадь. Только-только майские праздники закончились. Турпошта. Привокзальная площадь. Основной фонтан, к сожалению, не работает на реконструкции. Но все равно красиво. В середину, что ли, зайти. С Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так. Тут красота. Чудесный самовар на 5 персон. Так, а мне нужно расписание. Ну ладно. До какого бюро туда я направлю?